Да он оттолкнется сейчас и дальше. Вот такую вот купель мы начали строить. Внутри бани вот сделали опалубку с внутренней стороны, арматура, куда будет залит между стенами бетон из толстой фанеры, чтобы не выдавил бетон, закладная под лампу. Там дальше в стенках закладные под форсунки. Сейчас покажу, что получается с внешней стороны. Здесь строительство прям полным ходом. А с внешней стороны получается вот так. Опалубка идет из кирпича. Вот как раз между кирпичом и фанерой арматура. Это все будет залито бетоном. Потом кирпич будет утеплен пенопластом. Вот он. Специально утеплить. Ну и, собственно говоря, вот так получается. Вот эти форсунки. Они будут внутри бетона, вот как-то так. Потом уже здесь закроем стены нашей бани. Кто тут? Кто тут? Бобсик. Одни уехали, вот другие приехали. Как успехи? Мы решили обратно эту насадку надеть. Почему? Мне удобно чистить, я не знаю, что я вам говорю. Вот так. Тут стройка тут вся. Будет закрываться эту часть кирпича. Нет, так не считается. Я видеорегистратор. Ой. Да. Я сам с собой играю. Я не вижу ничего. Так не на меня кинь, да, я загадываю. Марина, молодец, так держать. Иди, кто пришел? Кто пришел? Сонечка пришла моя. Моя Сонечка, моя девчоночка. 5-2. Ладно, сейчас быстро. Соня, не ходи туда. Это сетка, да? Сетка, да.
Молодец, Марина, так держать. Молодец, Рената, вообще супер. Давайте, девочки, мочите их. Им и поле уже не помогает. Марина, молодец. Давай. Давай, Ян. Молодец, Марина, молодец. Все, все, все считается. Вы же встали, замерли, нет, чтобы бежать за мячом. Ждете? Ну, давайте. Все, на счет три берем разбег. Три шага. Раз, два, три. Лбами не ударьтесь. Вы лбами не ударились? Все, ледяная водичка? С прыжка вообще хорошо. Сейчас еще захочется нырять и нырять. Сейчас еще захочется нырять и нырять. Ты тоже будешь нырять с разбега? Ну, нет, я не с разбега, я так просто прыгаю. Я тебе говорю, с разбега надо. Не, 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 я просто. Хлорочки добавила, пахнет хлоркой, чуешь? Щипит, да? Ну, это под водой. 100%. Смотрите? Давай спорить. На что? Только руки, правда. На 1000 рублей. Не, не буду. Ну я уже с Яном поспорил, но вообще. Готово? Циркачи приехали. Цирк приехал. Смотрите. Давай. О! Ну ты правда циркач. Главное было на 1000 спорить. Ага, хорошо, не поспорила. А давай теперь в воздухе, как ты тогда Яну делал, я подержу. Не смогу спрыгнуть. А вы еще довольны. Сыр приехал. И до этого оп. Причем ты... Святое место пусто не бывает. Одни убыли, другие прибыли. Давайте. За ужин. Девчонки, наверное, девчонки! Давайте. За нас. Город засыпает. Просыпается доктор. Доктор лечит. Город спит дальше. Просыпается мафия. Мафия делает свой выбор. Просыпается шериф. Сейчас, секунду. Просыпается город. Итак. Сегодня мы... Нет. Никого не убили. Потому что доктор вылечил того, кого хотела убить мафия. Роли мы не говорим. И теперь делаем голосование. Давайте от Вадима вот так начнем. Спасибо. Вадим по старшинству. Как ты думаешь, кто мафия? За кого ты? Говори. Марина. Марина, поднимай палец. Один голос. А, Семен, как ты думаешь? Нет, кто мафия? Как ты думаешь? Ты можешь за себя. Скипать нельзя? Только за себя можешь проголосовать. Нет, нельзя. Ой. Мне кажется, либо Ренат, либо я. Отдавай голос за кого? Давай за Рената. Ян? Да, я тоже за Рената.
Не, она сказала я, значит, она не мафия. Так, Марина, ты за кого отдаешь свой голос? За себя. Поднимай палец. Катя? За Марину. Марина, два. Два. Ренат? Три. Марина, открывай свою карту. Вы убили не того человека. Поэт. Просыпается доктор. Просыпается мафия. Мафия просыпается. Мафия делает свой выбор. Просыпается шериф. Просыпается город. Без Семёна. Шериф убил мафию. Круто она тебя вычислила. Я сейчас сразу с первого раза говорит, Семён. А я сразу это понял. А я изначально узнала просто в роли, потом убила. Я это позор. Сухую просто. Вас снимает папарацци. 10. На что вы играете? В игру. Ой, нет. Я буду все наугад делать. Давайте вообще не следить. Нет. Или нет? Я вот тут. А я тоже уверена. Оп, я угадал. Я не смотрел. Всем привет. Как тут у вас дела? Нормально. Вот так у нас тут все происходит. Так каждое утро. Теперь у нас появились сетки. Вот. Мы нашли в подвале сетки. У нас, оказывается, были сетки. Так у нас теперь все в сеточках. Красота. А мы и забыли про сетки, что у нас они шли в комплекте, когда мы заказывали сюда окна. Это подарок от компании, всегда идут сетки. Компании, которые мы все время заказываем. Вот так вот вспомнили про залежи в подвале. Пойдем смотреть дальше, как у нас обстоят дела. Стройка полным ходом. Порядок. Ну как? Вот. Заливку купили, идет полным ходом. Сегодня зальете уху? Ну сейчас, через час оформим. И все, и выходной. Завтра отдыхаем. Могу и завтра, и послезавтра. Нет, завтра точно отдыхаем, конечно. Угу. Вы еще этой штукой, да, чтобы пузырики все выпускаете, да, чтобы хорошо сцепилось? Нет, плотно оно должно быть. Угу. Конечно. Президент, Андрей.
О-о-о, шумит как-то. Конечно, уже чтобы забыться. Что ты у нас здесь сделал? ГВЛ это, да, закрыл? Угу. Он противопожарный? Противопожарные плиты там внутри, а это... Плиты какие там? Керамзит же ты вроде засыпал, да? Керамзит тоже засыпал. И плиты еще какие-то сделал? А какие плиты? Ну, я покажи. Не знаю. Вот. Они специальные. Они жаропрочные, да? Они жаропрочные. Не воспламеняются? И... Ну, не то, что они не воспламеняются, они даже тепло не пропускают. Да? Да. А ими можно так делать? Нужно, да. То есть, как бы она не нагрелась, с той стороны она будет холодной. Ну, на всякий случай надо нам огнетушитель сюда. А как ты короб будешь делать? Покажи, пожалуйста, мне. Вот сюда будет плита. Так, вот, да, по нарисованному лекалу? Вот по вот этим. То есть вот это будет идти так, да? Да, вот сюда будет, ага. Сюда, ага. И сюда. И сюда до каких? До вот этого. А, вот это, а сколько это получается по глубине сантиметров? Мне же еще тут шкаф надо планировать. Планируем. У тебя рулетки нет сейчас, чтобы сказать мне? Шестьдесят два, то есть вот эта колонна будет у меня выступать, да? Или шкаф заглубить? Можно шкаф сделать поуже, но чуть-чуть колонну. Нет, подожди, а вот эту мне, пожалуйста, длину замерь, сколько здесь? Здесь же больше должно быть, чем 60. Можно просто шкаф поглубже сделать. А, ну все, отлично, шкаф 65 сделаю и все закрою панелями, и не видно будет, да? Ну, хотя вот эту, наверное, нельзя будет закрывать. Ее надо будет какой-то плиточкой делать красивой, да? Жаропрочно. Слушай, а эти надо сделать, чтобы воздух выходил же, вентиляцию, чтобы жар выходил? Эти, да, решеточки. А где мы сделаем их? Мы с тобой хотели сделать туда, в зал. Я хочу, чтобы зал отапливался сверху, вот этот пот весь сушился, который, ну, влага, которая будет выходить. Я хочу, чтобы осушение слушало. Можно? Просверлить. Можно там сделать вот здесь дырочку, да. И вот здесь, да? Да. Чтобы выходил туда весь жар. Да. Чтобы здесь в комнате можно было спокойно, прохладно спать, если кто-то, да, парится. Да. Тогда сделай сразу. Делаю. Ванечка, ну, поздоровайся со всеми, кто тебя смотрит. Давно не здоровался, приятный. Привет. Деловой какой. Я просто с трудом представляю, как вот там будет. Что? Решет. В смысле, как там будет? Ну, как? Вот я тебе поэтому и говорю, если у нас будут светильники черненькие, мы подкрасим под черные решетки, и они будут сочетаться. Я вот так вот вижу. Либо под цвет стены. Как их вырезать в фанере? В смысле, в фанере? У тебя же есть специальный лобзик. Как с этой стороны я прорезу фанеру? А с той стороны нельзя эту фанеру прорезать? Нет. Почему? Потому что там наполнитель, стойкий утеплитель.
Ну, а о чем ты раньше думал? Мы с тобой это ранее оговаривали, что сюда будут выходить теплый воздух. Не в комнату. Сегодня жара. Сейчас показываю 28 градусов. Ну, наверное, будет все 30 плюс. За руки давайте. Нет, ну ты ж не прыгнешь, Марин. Молодец, класс. Это я, Марин, это я. Ты жива? А ты меня подопила. Марина, все нормально? Давай еще раз. Во, давай, я же говорю, вошла во вкус. Ой, господи, кошмар. Классно? Сейчас будет классно, знаешь, как по телу будет вообще? Здорово. Мне тепло. Сейчас жарко будет. И захочется еще, еще, еще. А ты стоишь. Вообще какой-то необъяснимый. Ты там стоишь везде. Там баллонов куча. Пешком дойдешь, за бортик возьмешься. Ты на ногах встала и стой. Все, я прыгаю, ты за мной? Да. Что это плавало? Подальше от лестницы прыгай. Давай, там лоса вон на коврике. Перепрыгивай скорее. Ну быстрее, мне тут не жарко. Марин, я сейчас тебя закину сюда. Нет. Быстрее залезай. Давай последний раз и все. Давай, давай. Давай, еще лучше будет. Молодец, давай, давай, аккуратно. Марина, змея! Марина, змея, змея, змея! Вон она ползет! Да. Нет, никого, они шутят. Пойдем проверим, как залили купель. Рабочие ушли. Ого. Уборочку сделали, порядочек навели, прибрались ребятки, слегка, молодцы. Так, свет тут выключен. Ой, послание тут от рабочих. Не наступит. Понятно, не наступать. Ну, как уровень сделали. Бортики залили. Красота. Вот такая купелька будет у нас. Тут лестница будет. Выкли, ну, вот. Ой, мальчики, хочется. Что это вы тут делаете без нас? Хочется прям, и вот я прошелся, идешь, аж вот
такой через силу, но вот. Алена, ты тоже можешь по камням ходить? Не люблю. Ну я вот прошу. Вот. Не, не по камням. Там выходишь, песок, трава, вот по ней, там мелкий щебень. Ну, ну такой вот, вот укатанное все. А потом асфальт. По асфальту. Конечно. Едем в пробке. Первый раз не ожидала такого у себя на районе в Переславле. Показываем, что творится. Вот это машины все припаркованы. Люди приехали отдыхать на озеро. Я думаю, наверное, фестиваль шаров начинается еще. Вон какие-то шарики, видишь, запускают. Праздник какой-то. А, да, обалдеть. Ты вообще посмотри, ну погугли. Нет, погугли. Я знаю, что в конце июля должен состояться какой-то фестиваль шаров. Будет проходить 2 дня. Фестиваль в Переславле. Сколько народа идет. Люди, вы куда? Да, фестиваль это шаров. Вот, наверное, по ходу дела он и есть, потому что. Смотрите, сколько машин припарковано. 20:00 взлет, 20:30 полет, 22 спуск. 23 июля, суббота, город Переславль. Обалдеть. Нифига себе, он поднимается. Мы едем уже полчаса, да? Я тебе говорю, показываю 30 минут вот отсюда до дома, вот от ветклиники до дома. Обалдеть. Хороший, конечно, билет в Марине взяли. Шикарно. Так что я говорю? Мама дорогая, что творится? Марине сейчас вышлю. Мы еще не приехали. Ты смотри, ты впереди едешь. Я видеорегистратор. Вон еще один шар поднимается. Там осталось. Нифига себе. Не просто по нему. Просто на одного. Машины припаркованы слева, справа. Даже автобус он припаркован. Вот устроили засаду нам тут. Вот я его вижу в отражении, этот шар. Вон, да. Справа тоже мам засними. Летит. Они как летит, мухи со всех сторон. Летит. Шел 3-й час. А мы все едем, едем до дома. Что там у них за флажки? Это так кажется. Опа, опа, опа. Да он оттолкнется сейчас и дальше. Высоту поменяй. Прием, прием, высоту поменяй. Слышишь?
Опасно высоту поменять, можно и врезаться. Все, миновали. Разъехались, ребята. Блин, крутяк. Шарики надувает, не? Ой, Вадим мне звонит. Ну, у него дуб какая. Как у нас с ним? А что это? Банан паркуется. Подожди, это мы домой едем уже час? Это мы час едем домой, мы даже не доехали. Мы с Мариной одинаково приедем. Пипец. Вы встряли. О, подойки. Семен плюется от кофейных зерен. Вот так вот мы едем уже полтора часа. Кофейные зерна G-Drive Семен не рекомендует. Мы начинаем сходить с ума. Также у нас в ассортименте есть духи. Спрячь. Зачем палить контору? Поехали, и... Семен. О! Все, мы опоздали. Нас подрезали по полю. Ну, жаль, света тут нет. Она ж мечтала закат тут посмотреть. Веселые покатушки на дрезине. Пожалуйста. Кейкар какой прикольный. Кайф, вот такую хочу себе как-нибудь. Ой, не сидят, там водочку распивают. Вот они все шары запустили. Поехали. Нет. На другое поле их встречать. Мы, кажется, прорвались. Да, ну, начинает. Да, да, да. Да, мы в пробке. Тихо. Да, вот, значит, тут фестиваль шаров. Шары запускают, Каппадокия, все небо в шарах, закат, хорошая погода, музыка, настроение, собачьи все.